нас, как и у многих групп, были планы на этот год. Но все пошло по бороде. Из-за коронавируса мы желаем, чтобы все музыканты, да, все группы не падали духом, держались, репетировали, общались, созванивались и продолжили свою деятельность, когда вся эта херня закончится. Следующая песня называется «Two Penny Hangover». «Two Penny Hangover» — это ночлежка. Гости усаживали на затертую лавку, он наваливался шеей на веревку и спал. И с утра его будили тем, что перерезали эту веревку, так начинался его день. Следующая песня о твоем персональном «Two Penny Hangover». Что не так со мной? Подаю лицо ко мне, он не пал. Внутри мужик, знаете, что губой? Порчай, развязал веревку. Собрал колокочет корней таксиста. Грязный снег, привет, Калининград. Я должен быть сильным и ловким. Отдаться уют на веревке. Тюпани, ангава. Жал в руке, желает доброго утра. Одна сигарета в пачке. Пас через него, грязный троллейбус. Московский проспект, ебаная утопия. Мой путь на затертую лавку. До встречи, ступени, друзья. Спасибо тем, кто придумал это сделать. Спасибо вам за активность, за то, что даете людям веру в себя. Спасибо, пока.